Добрый день, с вами канал Малорама. Анонс 26-я серия сериала «Три сестры». Мине после договора с Рючхан вернется домой, где она и Тюркан будут сражаться друг с другом. Тюркан, находящийся в этом доме, пытается сделать пребывание в доме Мине невыносимым и не упускает всякий раз уколоть ее. Мине, которая не ждала такого поведения, будет угрожать Рючхан, что поменяет показания и посадит Самера за решетку. Для того, чтобы держать Мине в спокойствии, она скажет ей, что отправит Тюркан из этого дома через некоторое время. Самер и Тюркан теперь будут действовать вместе против Мине. Самер будет вынужден относиться к Мине спокойно и без подозрений из-за опекунства над Кирас. Тюркан, с другой стороны, попытается наладить отношения с матерью, которая обиделась на нее, однако столкнется с суровым поведением от Несрин. Напряжение между Садыком и Несрин продолжается. Попытки наладить их отношения от Низахат и Хикмета пройдут безуспешно. Мине пытается всяким способом причинить боль Тюркан до дня дачи показаний. Для того, чтобы причинить вред Тюркан и ее ребенку, она станет частью коварного плана, в результате которого жизнь Тюркан и ребенка будет в опасности. 26-я серия сериала «Три сестры» выйдет 15 ноября в 20 часов ровно на телеканале Ди. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!